В прошлый раз у нас была лекция «Интересы классов». Она еще не вывешена, она будет вывешена. А сегодня у нас лекция на интересную и острую тему «Классовая борьба». Классовая борьба. Ну вот если я вас спрошу, уважаемые товарищи, кто разработал теорию классовой борьбы, как вы ответите? Маркс? Нет. Нет. А вы? Значит, вот то, что вы сказали, это вот обычный ответ. Ну, такой, на поверхность. Без нет. Ну, вот я говорю, что обычно вот так считается, само собой, что Маркс разработал теорию классовой борьбы. Но! Сам Маркс в письме к Видемейеру пишет, что я сделал. Вот мне приписывают, что я разработал теорию классов и классовой борьбы. Но это еще сделали буржуазные историки задолго до меня. А буржуазные экономисты, имеется в виду Адам Смит и Рикардо, разработали экономическую анатомию классов. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам. Первое. Что вся предшествующая история есть история классовой борьбы. Второе, что эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура пролетариата представляет собой переход к обществу без классов, к коммунизму. И все. Скромно так Маркс очертил то, что он сделал, и отмежевался от приписывания ему теории. У меня был такой инцидент, как у преподавателя. Я преподавал на факультете политологии. Там ребята довольно так развитые с точки зрения того, что поговорить могут. Но в смысле знаний я бы не сказал, что они очень здорово отличались. Ну вот я их спрашиваю, они вот по теории классовой борьбы ничего не знают. Дескать, вот это там Маркс. Я говорю, ну вот вы ее разработали, буржуазные экономисты, вы не знаете, у нас университет буржуазный, вы тут занимаетесь, вы должны знать, может, по крайней мере, что по этому поводу решили и что писали буржуазные экономисты. Могу вам историки, могу вам фамилии назвать, Тьерри, Менье и Гизо. Вот я у историков преподавал, они просто знают, да, мы знаем, что это разработали, и такие работы самостоятельно писали, они в курсе дела, вы можете найти эти фамилии, Тьерри, Менье и Гизо. И они разработали, собственно, и открыли классовую борьбу. Маркс не хотел, чтобы ему приписывали то, что открыли другие. Точно так же, как и само вот открытие прибавочной стоимости. Это не Маркс открыл. А вот построить целую систему на этой, целую теорию построить, которая обрисовывает строй, основанный на прибавке, это да, это сделал Маркс. Он раскрыл закон движения современного общества. Одно дело открыть, другое дело раскрыть. И вот я хочу вам сказать, как бывает в науке, неправильный перевод к чему приводит. Издавал «Капитал» Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. И вот если вы возьмете стандартное издание «Капитала», там написано «Маркс открыл закон прибавочной стоимости». А где он ее открыл? В первом томе, в начале. А что еще до второй-то, третий том? Зачем тогда? Если он это делает, а зачем это все добавление? А в первом же переводе, в хорошем переводе с немецкого, написано «Enthüllen», переводится как «раскрыть». Вот я могу открыть, вот увидел вас и открыл. Это все, одноразовое действие. А вот раскрывать вашу деятельность, вашу жизнь, ваши знания, ваше, так сказать, влияние на других влияние на вас, может очень долго. То есть совсем другое дело раскрыть и снять покрывало. То есть он как бы снял покрывало с внутренних законов движения капитализма. И самое интересное, что Институт марксизма-ленинизма в собрании сочинений Маркса и Энгельса опубликовал рецензию Энгельса на «Капитал» Маркса. Ну, как вы понимаете, Энгельс немножко знаком был с Марксом и разбирался, что сделал. И вот в рецензии делается выдержка. И там переводится, я ставлю своей задачей раскрыть. Это в рецензии Энгельса. А вот в самом издании «Капитала» как открыть. Ну вот мой коллега, про которого я вам говорил, профессор Смирнов, он в своей книге
экономический закон движения капитализма в «Капитале» Карла Маркса, даже точное название такое, метод исследования основного закона движения капитализма в «Капитале» Карла Маркса, он вот эти все вещи описал и показал, как используется диалектический метод в «Капитале». Очень интересная книга. Мы для упрощения, поскольку с ним мы вместе работали в этом направлении, сейчас сделали такую книгу на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Если вы наберете Фонд Рабочей Академии, Московское отделение, там висит такая книга, написана «Попов-Смирнов. Диалектика капитализма и социализма». Можете с этим познакомиться. Вот, если захотите поинтересоваться. Я хочу сказать, что других книжек по методу капитала хороших просто нет. С названием, да, диалектика капитала, не с числа. Ну, там они всем хороши, только одним плохи. Там нет диалектики. Вот я могу сказать, что это единственная книга Смирнова. Вот это у нас мы соединили две наших книжки в одну. Специально для того, чтобы можно было при изучении диалектики видеть какой-то хороший пример того, как это применяется. А как произошло, что буржуазные историки вдруг открыли теорию классовой борьбы? Это произошло, конечно, не по причинам чисто научным. Дело в том, что надвигалась буржуазная революция. Буржуазная революция должна была быть подготовлена чем? Соответствующими работами ученых, которые бы обосновали, что нужно отобрать власть у дворян, феодалов. Дворяне это чувствовали, и они выступили с проповедью того, что только благородные могут править. Вот если вы не баронесса, нет? Нет. Значит, вы не герцогиня? Нет. Ну, значит, а вот поэтому, если я ворон, то, как вы понимаете, мне и дальше и править. Как называлась власть в период феодального общества? Она называлась аристократия. То есть вот сейчас все время бьются на выборах, говорят, нам нужны честные выборы. Вот более честного строя, чем феодализм, нету. Это здесь, так сказать, по разными соусами, все вроде как народ за всех голосует, а потом все одни и те же, оказывается. А там очень просто и ясно. Если вот как мы с вами выяснили, если у вас кровь не благородная, а у меня благородная, я буду править. А если у меня не благородная, у вас благородная, вы будете править. Ну, а там в зависимости от степени благородства. Или царь, или царица, или если дочка, княжна. Так, великий князь – это тот, который сын царя или брат. Короче говоря, вот такая здесь история. И поэтому как было устроено государство? Те, кто феодалами являются, те правят. А все остальные должны работать, обеспечивать работать деятельность тех, кто правит. Вот и все. Очень честно и понятно. Если вы, как выяснилось, не герцогиня, вот вам 4 дня в неделю работаете на барщине, а дальше вы свободны 3 дня. Чего вы будете делать? Как вы будете пахать? На чем? Что сеять? Это вы даже более свободны, чем сейчас. Потому что сейчас вам, если вы где-нибудь в учреждении работаете, вам начальник это делает, то делает, это делает, там задание и так далее, а там никаких заданий, все. Вот когда вы пришли на барщину, у вас есть управляющий, может быть, даже из крестьян. Вот он вам расписывает, что делать, строго и так далее. А как только вы ушли с барщины, все. Как вы питаетесь, как вы содержитесь, какая у вас семья, это ваше дело. Причем, единственное, о чем заботился помещик, он смотрел, чтобы люди, крестьяне, не умерли с голоду. Поэтому, когда был неурожай, он зерно, которое у него было, он давал, я вам в долг даю, чтобы вы не умерли. Ну, потом отдадите. Но сейчас, чтобы вы не умерли. Потому что если вы умрете, какой же я буду? Дворянин. Мне нужно, чтобы было много у меня крепостных. Чем меряется богатство феодального общества? Количеством крепостных. А если у меня 2 крепостных, за меня со мной здороваться никто не будет. Поэтому отсюда мертвые души, весь этот сюжет. Что если у меня нет, я хоть припишу. Так, у нас сколько еще мертвых душ тут? Еще 3 человека, по-моему. Да. О! Давайте напишем, что здесь присутствовали 2 из живых и еще 3. Поэтому это, так сказать, методология известна, она старинная. Причем это свойство очень неплохое потерял буржуазный строй, потому что
Ну вот представьте себе, там кто-то сейчас там заболел и не может больше работать. Ну, все, следующий кто. Если всегда на рынке труда еще кто-то вместо него. А если это за вас, третий, четвертый, пятый, потому что мне, как отдельному капиталисту, отдельно взятому, мне не важно, кто у меня работает. Если вы больше не можете работать, вы будете работать. Вы уже не можете работать. Вон там еще есть. Ну что, у нас есть еще Кыргызстан, Таджикистан. У нас еще есть Узбекистан. И нет проблем. И, конечно, очень широко распространено. И это, так сказать, одно из, так сказать, таких оснований конфликтов, когда ничего не оформляют. Вот. Человек работает, ему платят, он заболел, его тихонечко так вынесли за ворота. И больше никогда не впускают на это предприятие. И все, вот и все оформление бюллетеней, и там отпусков в связи с нетрудоспособностью, все на этом заканчивается. Хорошо, если у вас был трудовой договор, а если нет, сплошь и рядом вы знаете, что их не оформляют, трудовые договоры. Дескать, а зарплату в конвертах, что это означает? Это означает, что за вас никто не платит государству налог, из которого формируются соответствующие пенсионные фонды. А потом, за вас никто не платил, так вы, как вы можете на пенсию быть? Вы нигде не работали. Вы можете всю жизнь работать, но если это не зафиксировано было через налоговую систему, у вас как бы нет. Вы как бы есть еще пока, ну и у вас и нет. А поскольку вас нигде нет, то вас тогда и не, вам тогда и не прожить. То есть вас тогда и нет. Это вот поэтому говорят, что вот жизнь его была или ее была очень хорошей, яркой, но потом стала тяжелой, зато короткой, когда трудности наступили, что она не мучилась после этого. Так вот, значит, феодалы в лице своих идеологов выступили с идеей, что править могут только, управлять государством только благородные. И вот тут идеологи другого класса, идеологи буржуазии, выступили с идеей о том, что, ну, они же не могут говорить только мы. Если они спорят с... Значит, править могут представители любого класса. Любого. И они выступили с проповедью того, что народ может править. Народ. Кто угодно из народа. Отсюда и вот все эти лозунги. Свобода. От чего свобода, прежде всего? Свобода – это, кажется, сейчас абстрактная такая свобода. Там была очень конкретная свобода. Свобода от крепостной зависимости. Поэтому буржуазия выступила с самых передовых позиций в свое время. Она потребовала освобождения крестьян от крепостной зависимости. И если крепостных можно было, их, конечно, убивать было нельзя, а вот бить плетьми, как известно, можно было, в том числе женщин, как вы знаете, о чем и Некрасов писал, да? Поэтому, значит, освободив от крепостной зависимости, буржуазия выполнила вот такую свою прогрессивную историческую миссию. Но пришли к власти, конечно, не все, а те, у кого были на то средства. В итоге вот этого проповеди всеобщего равенства, что каждый имеет право на власть, стать, быть, получить пассивное и активное избирательное право. В итоге этого получилось, что право-то вы имеете все, а возможности не все. Чернышевский так писал. Каждый имеет право по поводу прав человека есть на золотом блюде, если оно у него есть. Но если у вас нет золотого блюда, то ведь вы имеете право на нем есть? Имею, но у меня его нет. Ну, у вас сегодня, ну, право-то есть? Право есть. Ну, приятно же, конечно, что право у вас есть. Вот, скажем, бомж сидит на этом, на помойке, и у него есть право на жилье. У него жилья нет, а право на жилье у него есть. Поэтому вот этот весь разговор с правами, вот так довольно ехидно, еще Чернышевский высмеял, и по поводу этого и другие шутки есть. Есть такой анекдот про юристов. К юристу приходит человек, спрашивает, имею ли я право? Он говорит, сразу говорит, имеете, имеете. Имели, да вы не даете мне сказать, имею ли я право? Да имеете, имеете. Да нет, ну дайте я спрошу, имею ли я право? Да имеете, имеете. А могу? Нет, не можете. А право? Право есть. То есть вот такое абстрактное право, за которым, так сказать, на самом деле реальной возможности не стоит. Но кому выгодно? Ну, у кого есть реальные рычаги. У кого есть реальные рычаги, тот может этим правом воспользоваться. Вот я вам сразу приведу пример из, в общем, недалекой нашей экономической истории.
Помните, такие обязательства были казначейские, которые покупаешь за 50 тысяч рублей, а потом в конце года получаешь 150 тысяч рублей. Ну вот, их вот в бюджете выделялись средства на обслуживание этих обязательств. ГКО, государственное казначейское обязательство. Что значит обслуживание так красиво? Значит, проценты уплачили за счет государственных средств. То есть вы купили 50, но у кого нет денег купить 50, за 50 тысяч? Ну и нет, и нет. И нет, и проблем. А люди на себя взяли вот такое, можно сказать, в долг ведь дали государству, правильно? А государство щедро заплатило за этот самый долг. Вот и все. Короче говоря, французские буржуазные историки вот специально посвятили ряд работ, фамилии я назвал, и доказали, и обосновали, что на самом деле история развивается через борьбу классов, и что каждый класс имеет право на управление государством. А уж кто будет управлять? Вот народ должен управлять. А кто народ? А народ это, они как понимали, все, кроме феодалов. А среди всех, кто... Кроме феодалов, как всегда, пролетариат борется, буржуазия крадется к власти. Значит, все пошли открывать тюрьмы, пошли выступать, значит, петь революционные песни. В итоге буржуазия установила свою власть. И она ни от каких лозунгов не отказывается. А если вы сейчас не при власти, ну, просто вы не успешный, а я успешный. В этом и разница. Вы не в Думе. Не в Думе, не депутат года. Значит, вы не успешные. Вот моя дипломница Иванова в Думе была, заместитель председателя комитета по образованию. Иванова Валентина Николаевна. В девичестве Куликова. Я у нее был руководитель дипломной работы. Вот. А один из моих дипломников, товарищ Кудрин, даже был министром финансов. А сейчас он кем, знаете? Сейчас он декан нашего факультета. Ну, он еще советник же какой-то. Нет, он не советник. Нет. Он так, советник, неофициально. Может советовать, его прислушивается к нему. Он декан факультета свободных наук и искусств. Красную улицу, знаете, Галерную? Вот идете по Галерной с левой стороны. Там деканом работает Алексей Леонидович Кудрин. Поэтому, значит, мы с вами установили, что теорию классовой борьбы разработали буржуазные экономисты. А зачем они ее разработали? Затем, что никакая наука без классификации, если она имеет дело с очень большим множеством фактов, она не может вообще существовать как наука, пока она не наведет эту классификацию. Правильно? Посмотрите, вот более ранние науки, которые раньше провели свое становление, чем общественные науки там. Ботаника все расклассифицировала. Как различаются растения? По цветкам, плодам, по тому, какой стебель, какие листья и так далее. И есть вот такой толщины определитель растений, вы по нему можете, вот гуляя на природе, по лугам, по полям или по лесам, взять любую травинку или любое растение и начать, так сказать, присмотреть все эти признаки и поймете, к чему он относится. Там, крестоцветных это, допустим, или это... там еще какая-то категория. То же самое в отношении представителей животного мира. Тоже все классифицировано. Есть парнокопытные, есть позвоночные, есть беспозвоночные, есть вот такие, которые ни туда, ни сюда не отнесешь на границе, как утконос. Если утконос, нос как у утки. Муравьеды и так далее. Их надо куда-то относить. Все это расклассифицировано. Причем выяснилось, что классификация идет от того, какие у него органы, с помощью которых он получает, добывает пищу, так, это зубы, рога, копыта, и защищается от врагов. Поэтому вот говорят, что дареному коню в зубы не смотрят, а не дареному обязательно смотрят, потому что зачем вам конь, если у него гнилые зубы, это толку не будет. Но если подарили, то чего вы смотрите? Подарили, можете потом продать. Это ваше дело, съесть этого коня, конская колбаса вкусная. В этом смысле, когда вот начинают говорить о классах или классовой борьбе, надо
прямо понять, что речь идет прежде всего о классификации, не о том, что вот некая какая-то... Мы, конечно, будем связываться с политикой или политику с классами, но прежде всего надо понять, что это некоторый элемент научный, совершенно необходимый. Без классификации делать нечего. Вот раньше было 4 миллиарда, не так много лет назад население на Земле. Сейчас 7 миллиардов уже. Как вы собираетесь сразу 7 миллиардов изучать, как они двигаются? Как вы будете их классифицировать? Вот как вы будете классифицировать действия 7 миллиардов человек? Какому принципу? Вот что они говорят, это депутатов так классифицируют. Вот они, значит, они это вот, вам будет хорошо, если меня изберете. Так это все говорят, как вы будете классифицировать. Все депутаты, все кандидаты в депутаты доказывают, что вот если вы меня изберете, а его не изберете, будет хорошо. А тот говорит наоборот, его избирайте, а меня не избирайте. То есть по словам или по делам? По делам. Правильно? Это уже известно, и это даже записано в Святом Писании. По делам их узнаете. Сначала было слово, а по делам их узнаете их, да? По делам. Значит, и это вполне материалистически звучит, хотя и написано в Библии. По делам. То есть классифицировать надо по делам. Вот одни вот так делают, а другие эти же вопросы решают по-другому. Вот давайте тех, которые вот это так решают в одну сторону, а вот тех, которые решают в противоположную сторону, тот в другой класс. Правильно? По делам. А дела из чего вытекают? А дела вытекают, как выяснилось, это уже, конечно, дело уже более поздних исследований, уже не только французских буржуазных историков, но уже и тут сюда, конечно, и Маркс и Энгельс подключились. От чего зависят ваши дела? От того, значит, интересов. От интересов. А интересы это означает, что вам выгодно. Вот надо выяснить, что вам выгодно. Ну и, так сказать, из этого можно исходить, что вы будете делать. Правильно? Если осознаете свою выгоду. Если вы не осознаете, вы можете делать то, что мне выгодно, а не то, что вам выгодно. И это очень так часто и бывает. Но если вы осознаете, вы будете делать то, что вам выгодно. А что значит выгодно? То, что улучшает мое положение. Не то, что у вас в голове. Вот что выгодно вот вам, магистру? Скажите, пожалуйста. Мне для этого нужно вас спрашивать, или я сам могу рассказать без вас? Могу? Что мне нужно? Что, нет, не что нужно, а что вам выгодно. Что вам нужно, это вы знаете. А что вам выгодно закончить магистратуру, получить хорошие прочные знания. И еще выгодно, чтобы это было закреплено и зафиксировано документом. А? Найти после этого хорошую работу. Это другое, это уже вы потом будете искать. Мы работой не занимаемся. Хорошая ваша работа будет зависеть от того, какой у вас будет уровень подготовки здесь. Не решающим образом, но во многом. Потому что все прекрасно понимают, что лучше взять человека образованного, и будет больше толку от него, чем от менее образованного. Поэтому все прекрасно понимают, что вот это вот деление на магистрантов и бакалавров сразу отсекает значительную часть населения, которые заканчивают только бакалавриат, от соответствующих должностей. Почему? Ну, потому что бакалавр не может поступать в аспирантуру. Раз, не может иметь в своем подчинении больше одного человека, если он на госслужбе. Два. И не может преподавать в ВУЗе. Три. А вы можете, когда закончите. Вот, скажем, мы специалистов получали. Специалист может преподавать в ВУЗе и поступать в аспирантуру. Он, как говорится, не урезанный, а бакалавр урезанный. Так сказать, мы сказали лавры, лавры, и, так сказать, опустили на год ниже. Поэтому надо понять, что вы в этом смысле в известном привилегированном положении находитесь. Ну и, соответственно, надо себя и готовить, так сказать, вы должны понимать, что вы ну, в некоторых вопросах, о которых все говорят, разбираетесь чуть-чуть поглубже. Скажем, ну кто не слышал про классы? Ну все слышали. А вот, так сказать, немножко в этом вопросе разобраться, и мы цель-то свою имеем, чтобы разобраться и в вопросах политики, с тем, чтобы увидеть политическое содержание в тех процессах, которые на поверхности вроде не являются политическими. Правильно? Итак. Значит, классифицировать надо по интересам. А интересы чем определяются? Еще дальше идем, глубже. Чем определяются интересы класса? Интересы. Интересы от желания. От желания? Скорее, от положения. Вот, от положения. Ну, что ваше желание? Вы желаете одно, а вот представьте себе, что я продавец. Вот что мне выгодно, зависит от желания, вот скажем, как мне, что мне выгодно, подороже продавать или подешевле, если я продаю? Подороже. Ну и все, и при чем тут мое желание? Вы меня спрашивать не будете. Если я продавец, то мне выгодно продать подороже. Теперь я поворачиваюсь, я тебе прихожу к себе.
теперь я покупатель. Что мне выгодно? Подешевле. Подешевле? Что спрашивают? Мы же выясняем не что у человека в голове. То, что у человека в голове, есть отражение того, что в жизни. Хорошее отражение, плохое, лучше познано, хуже познано. Это выражение отражения. А вот когда мы говорим об экономических интересах, мы изучаем, что человеку выгодно из-за его положения. Поэтому поменяйте положение, и у вас будут другие интересы. Это очень хорошо видно на примере любой очереди. Вот представьте, вот сейчас, я даже не знаю, зачем сейчас очередь есть. Например, за золотом бывает очередь, когда золото начинает расти в цене. Скажем, обычное правило, что когда на что-нибудь растет цена, спрос падает, а на золото наоборот. Почему? Я узнав, что на золото растет, идет так, повышается все, значит, я иду, скупаю золото и жду, когда еще повысится, а потом продаю. И получаю доход ни за что, спекулятивный. Поэтому, значит, в периоды, которые были, вот если кто их припоминает, а я вот наблюдал, были такие у нас случаи, когда у ювелирного магазина очередь ночью стояла. Причем стояли, конечно, не те, которые будут покупать, а стояли те, значит, вот вы постойте ночью, я вам утром денежки принесу, значит, вместо вас уже встану и приду и куплю. И так далее. А есть товары, на которые цена, наоборот, при повышении спроса, естественно, то есть при повышении цены спрос, естественно, падает. А есть товары, на которые вы хоть вы повышаете, хоть вы снижаете, спрос такой же и будет. Продукт. Это водка. Водка. Сколько не сделает, все выпьет. Да, 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 да. Вот. Но люди, которые этим не занимаются, не изучают, они этих вещей не знают, и они так думают, что это вот, если повышение цены, то значит спрос упадет. Смотря на что. То есть, в зависимости от того, в каком вы положении находитесь, от этого зависит интерес. Значит, теперь, резюмируя то, что я говорил, можно сказать, что все зависит, что вам выгодно, и как вы будете действовать, зависит прежде всего от вашего положения где? В производстве, в общественном производстве. Если в общественном производстве я вот, не занимаюсь материально-производительным трудом, то вообще-то мое положение зависит от того, сколько платят преподавателям, а не какое количество продуктов создано в стране. Какое количество создано в стране, так сказать, косвенным образом отражается на том, что я получаю. А что касается самих рабочих, то там еще в меньшей степени зависит от того, потому что они получают очень малую часть того, что создают. Правильно? Существует распределение, еще существует перераспределение. Резюме. Значит, как надо классифицировать людей? По положению в производстве, по положению в общественном производстве. Вот я нахожусь в общественном производстве, как вы считаете, материальных благ? Будучи преподавателем. Ну, будучи преподавателем. Конечно, в качестве кого? Я в производстве материальных благ в качестве кого нахожусь? Преподавателя. Потребителя. В качестве потребителя, да, совершенно правильно. Значит, есть фазы производства, если мы берем его как непрерывное производство, то есть как ВОЗ производства, то в нем есть фазы – производство, обмен, распределение и потребление. Я в первом могу не участвовать, во втором могу не участвовать, в третьем могу не участвовать. Но таких людей, которые не участвовали в потреблении, ну, может быть, могут быть такие люди, но недолго, не более 40 дней. Если они в потреблении не участвуют, на этом их, так сказать, жизнь и заканчивается. Правильно? Ну, сколько можно прожить без еды? Вот и все. Так что, если человек не участвует в потреблении, а только в производстве, я произвожу, но сам не ем. Ну, понятно, что это жизнь была тяжелая, но зато недолгая. Владимир Сергеевич, у меня сейчас лекция. Если можно, я вам перезвоню после лекции. Ага, спасибо, договорились. Ага, договорились. Владимир Сергеевич Бушин звонит. Это журналист очень известный из Москвы. 95-летний. Такой очень интересный. Один из самых толковых вообще журналистов, который есть. До сих пор. А? Да, он очень пишущий, изумительно знает, так сказать, все факты. И его спрашивали, вот коллега у меня спрашивал, профессор Казенов, мы у него были на 95-летие. Он говорит, как вы вот это находите вот все эти, распутываете все эти обманы, которые пишут те, кого вы критикуете.
Да я знаю, что они жулики. Мне остается только взять факты и посмотреть. Мне только остается не конкретно найти и так далее. Очень интересный, забавный человек. В гостиную книжки продают его. Да, продают. Так, надо не забыть, после лекции позвоню. Таким образом, значит, характеризуются классы, делятся на классы по положению в производстве. В этом смысле тогда все упрощается. Вот в современной России. Если мы посмотрим на политическую жизнь, с ума сойдешь. Сколько сейчас партий? Примерно. Не знаю, сложно сказать, но... Больше 70. Ничего, и вот это уже, как говорится, их даже не запомнишь. Да, и переписывать будете, они, одни закрываются, другие открываются. Какие только партии не было. Был такой, значит, союз людей за образование и науку. Слон назывался. Яблоко – это, значит, образовано от фамилии основателей. Болдырев, Лукин, Явлинский. Болдырев от них отошел. Ну, а как-то они построили не по алфавиту, там, Болдырев, Лукин, Явлинский, а построили от «я». Как-то вроде не по алфавиту, но вот тут фигурирует. Уже и Болдырев ушел, их осталось двое. Лукин у нас за права человека отвечает. Явлинский у нас и депутат вот, в законодательном собрании. Есть такое. Ну, вот это старые партии. А новых, видимо, не видим. А что касается классов, сколько классов в современной России? Скажите, пожалуйста. Сейчас мы сразу все задачи упростим. Знаете, как бывает? Раз и все. Три всего. Да. Какие три? Средний класс такой наивысший, наибольший. А почему со среднего начинаете? С середины, наверное, в конце смотреть, потому что надо сначала взять два. Два. Нет, не от большинства. Надо взять противоположность. Вот есть противоположность положений. Какие классы друг по другу, по отношению к другу, находятся в противоположном положении? Это собственники средств производства, то есть буржуазия, и наемные работники. Их интересы противоположны. Что значит противоположны? Вы противоречие знаете, как определяется? Ну, как с покупателем и продавцом. Ну да, примерно. Да, покупатель рабочей силы и продавец. Вот, скажем, если я покупатель рабочей силы, а вы мои работники. То есть я купил вашу рабочую силу. Вы спросите, когда будет повышена зарплата? Никогда. Правильный ответ? Почему? Потому что зарплата – это цена рабочей силы. Ну вот вы меня спрашиваете, когда я покупатель, повышу цену на то, что я покупаю. Ну, подумайте сами. Нам нужно как требовать, допустим, отдельно оформить или как? А это ваше дело. Мое-то, ну, во всяком случае, вы меня же спрашиваете, когда? Я-то никогда не повышу. Это какой-то Ну, бывают ситуации, когда мне выгодно. То есть я хочу именно вас удержать, да? Или вас удержать в единичном порядке. Или мне вот сейчас на этом, вот в этот период, мне нужно, чтобы не было сейчас кадровой чехарды. Потому что сейчас я там что-то осваиваю, которое даст мне большую выгоду, поэтому я сейчас заинтересован, мне выгодно, чтобы ваша зарплата сейчас выросла, чтобы вы за это держались. Ну, а в принципе, скажем, если вы спросите, когда повысить зарплату, ну, конечно, ответ – никогда. И наоборот, если вы наемный работник, так, вы продали свою рабочую силу, вы продавец. И вам что, вы хотите за большую цену продать или за меньшую? За большую. Ну, таких сумасшедших-то же нету, которые хотели бы сейчас пришли. Слушайте, я, говорит, вам на работу прихожу. Не можете ли мне поменьше заплатить? Ну, вас же не возьмут. Скажут, это же сумасшедших, мы не берем. Работодатель не возьмет. Он скажет, что же вы, зачем мне такие работники, которые даже не понимают, что происходит. А как в этой ситуации быть с бюджетниками, которым индексируют зарплату? Заставляет, так скажем, повысить? Вот для того, чтобы понять, как с бюджетниками, для этого надо разобраться с основными классами общества. Правильно? Потому что все бюджетники получают из рук рабочих или из рук государства кого? Правящего класса. Какой у нас правящий класс сейчас? Рабочий класс или буржуазия? Буржуазия. Ну, тут от буржуазии сколько вам выделит, и будете здоровы. Если она не выделит, то и будете тоже здоровы. Потому что, ну, кто это решает? Я решаю, вы решаете. И это решает правящий класс. Он... Естественно, для того, чтобы этот вопрос решать, он все оформил свое положение политически. Есть партии буржуазного класса? Есть? Что такое партия? Знаете? Что такое партия? Нет, партия. Что такое партия? Политическая партия. Объединение. Ну вот мы с вами объединились и будем... Объединение, группировка на основании определенных интересов.
Да. Да. Вот для этого вот партия, политическая партия, это организация, которая а. выясняет объективные интересы класса, б. вносит в этот класс сознание его интересов, то есть сказать, вы хорошо понимаете, вы тоже хорошо, но не совсем, значит, вы должны еще подкорректовать, подшлифовать. Так, а есть партия, я ваша, так сказать, в этом смысле представитель, который это обеспечивает и который делает необходимое. Вам же некогда, я вам это разъясню, в чем ваши интересы. А кто должен бороться? Я за вас буду бороться. Вот мы все должны вместе бороться за эти общие интересы. Для этого мы будем участвовать в выборах и там, во всем прочем. Значит, первое, осознать интересы класса, дело чисто научная задача. Ну, человек, не будучи буржуа, и не будучи рабочим, и не будучи представителем еще одного класса, может осознать интересы всех трех классов. Для этого не надо быть обязательно там ходить. Это можно понять, исходя из положения. Второе, значит, надо внести сознание этих интересов в класс. И третье, надо организовать борьбу класса за эти интересы. Если вы не организуете, тот, который имел власть, ее потеряет. А тот, кто ее не имел, может получить. Так? Угу. Так. То есть два вот противоположных класса, два класса с противоположными интересами. Но противоположность, вы знаете, как категорию? Противоположность предполагает единство. Вот пол и потолок, они находятся, вы можете представить себе пол и потолок без стен. А стены – это единство, пол и потолка. И так любая. Если я вам противоположен, для того, чтобы я, так сказать, стал с вами, так сказать, сражаться, сопротивляться, противодействовать, я должен к вам притронуться. Или Гегель так говорит, для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Ну и вообще всякая борьба, вы представляете борьбу там классическую на ковре, она классическая борьба, или греко-римская сейчас ее называют, она как, выходит, два борца, и первым делом что они делают? Обнимать. Вот. И представьте себе вот две армии, которые не вошли в соприкосновение. Это война? Нет, это не война. Это не борьба. Одни, значит, тут вот по полю гуляют туда налево-направо, а вторые вот там налево-направо. И не входят. Или стоят просто напротив. Стояние. Бывают такие случаи в истории? Стояние на Угре. И стоят. Ну, угрожают. Ну, это какое воздействие? Ну, больше психологическое. Ни в кого не стреляют. То есть... Когда мы говорим противоположность, не надо это понимать так, что их ничего не связывает. Как же ничего не связывает? Значит, если я у вас работаю, а вы хозяин предприятия или хозяйка предприятия, ну как, мое существование зависит во многом от существования вашего предприятия. Закроется ваше предприятие, а я останусь без работы, а к вам пойду сказать, у меня уже все набрано. И все, я буду безработный. А что такое безработный? У него есть время свободное. Куда ему податься? Он падает на дно. Поэтому вот мы определили два противоположных класса. Один называется буржуазия, а другой называется рабочий класс. Как называется вот этот средний, который, как он называется, который не буржуазия и не рабочий класс? Как вот его охарактеризовать, а? Нет. Это кто такие? Это, во-первых, те, которые... Значит, что делают их средними? Что они... Вот, буржуазия имеет средства производства в своей собственности и не трудится. Это не значит, что отдельные капиталисты не трудятся. Они, некоторые, выполняют функции управления, тоже трудятся. Но для того, чтобы быть буржуа, не обязательно трудиться, правильно? Это не вытекает из определения буржуа. Человек имеет собственность. Вот я собственник средств производства, я вас назначаю управляющим. Моя тактика очень простая, сразу объясняю. Вот прибыль должна быть 15%. Как только будет 14, я вас увольняю. Понятно вам? Угу. Вот давайте запишем, подпишите. И вот завтра я прихожу, первый год все хорошо, второй год, потом я прихожу, ну что, вы помните наш уговор? Угу. 14, все, до свидания, прошу. И все. То есть, поэтому не обязательно быть 7 пядей во лбу. Вот вы будете умные, и все понимать, и всем управляете, и вы будете трудиться, а я собственник. И я очень хорошо знаю, что мне такие управляющие, которые не обеспечивают 15% прибыли, не нужны. И сразу увольняю. А если я буду тут либеральничать, то я вот в таком положении, как я нахожусь, если ничего не делаю, катаюсь на яхте,
Вот, и время от времени вас вызывают, говорят, вы приедете, или звоните мне и сообщайте, или присылайте по электронной почте, а я в Черногории сижу, или еще где-нибудь, в Испании я сижу. Во всяком случае, это такой холод, что я тут буду делать? Мне это не надо. И квартиры я могу сейчас иметь где угодно, так? И имеют. И очень бурно покупают наши граждане некоторые. Я думаю, это не рабочие, не крестьяне в Англии сейчас покупают недвижимость. В Болгарии недорогая недвижимость, так сказать, там можно купить и так далее. На берегу Средиземного моря недорого, хорошо. Кому недорого, а кому это непостижимо. Короче говоря, значит, первая характеристика положения в общественном производстве, что это собственники средств производства. Работают они, не работают, это не столь важно. А вот для рабочих характеристика, что они продали свою рабочую силу, то есть вы человек совершенно свободный. Не хотите идти ко мне на работу? Ну и не идите. Никто вас не заставляет. Походите, походите. Увидите, что больше некуда пойти. И придете не ко мне, да кто к такому же, как я. Если я собственник средств производства, правильно? Но вы совершенно свободны. Я говорю, вы знаете, у меня с деньгами-то я такую высокую зарплату не могу платить. Вы идите, поищите, может, найдете. И вот вы приходите, поискали, день поискали, два, три, недели, месяц. Все у вас деньги кончились. А мы, между прочим, со своими коллегами, как вы понимаете, договорились. Ну, вы там нам не подрывайте, пожалуйста, что вы больше там, чем вот мы договорились, не устанавливаете зарплату. Иначе вы, наверное, знаете, какие разборки бывают среди буржуазии. Быстренько не с рабочими воюют, со своими. Как он нам подорвал все. Поэтому раз, его и нету. Очень часто бывает. Поэтому не будем представлять себе жизнь там, современных российских буржуа в розовом свете. Убивают их нещадно. Нашего брата-преподавателя никому вообще не нужен. Кто это будет нас убивать? Какой смысл? Только это, как говорится, руки пачкать. А вот друг друга они убивают. Всерьез. Работник средств производства не имеет. Вот рабочий не имеет средств производства. Остается, что среднее, когда имеется средство производства и все равно трудится. Вот оно среднее. Правильно? Вот если я работаю своими средствами производства и никого не эксплуатирую, а сам вот все произвожу, то тут на самом деле получается так, что экономически меня можно эксплуатировать. Объясняю как. Вот представьте, что я произвожу мясо. Свиней выращиваю или коз и потом сдаю. Ну, поскольку у меня все руки, как говорится, я вот все занимаюсь этими козами, этими свиньями. Ну, приходит ко мне человек, говорит, слушай, дед, давай я твоих свиней продам, что ты будешь там, пойдешь, тебя там обманут, давайте я сейчас все это куплю и все продам, вот тебе живые деньги, сейчас, вот сейчас, а живые деньги, вот, а у него нет ничего, вот сейчас ему дают. Ну, примерно так, что сегодня сколько закупочная цена молока? 15 рублей за литр. А продают? Ну, до 50, да? Примерно. И бывает и больше, да. И 70 и так далее. То есть основную массу средств получает, основной доход получают перекупщики и продавцы. Ну, продавцы, как говорится, это не паразитические работники, потому что если не продается, если нет обращения, то он не доходит до потребителя. Поэтому торговля совершенно необходима. Или другая система передачи созданных предметов для потребителя. Система распределения. Так или иначе существует. Торговля не всегда, скажем, при социализме, строго говоря, в научном смысле не торговля. Но она все равно существует. Вот как эта функция передачи созданного предмета, потребительной стоимости к тем, кто ее потребить должен. А тут вот он, так сказать, он вроде как свободный человек, может сдать, может не сдать. Ну и дед стоит она, а там как вы пробьетесь на этот рынок? Там места все заняты. Там еще и погнать могут, а там могут и припугнуть. Все что угодно. Вы знаете, как дед продавал корову? Пошел продавать корову, а его встретил один грузин. Слушай, дед, ты чего хочешь? А я вот корову иду продавать, жена говорит, да, уже плохая, надо ее продать, толку дня нету, молока. Слушай, давай я тебе помогу продать. И встали на рынке, кто-то кричит. Корова, она вам жизнь обеспечит, а вот будет и молоко, и сметана, и творог. И дети у вас будут согреты,
и здоровый, и она от волка убережет, и она дом сохранит. Дед слушал, слушал, нет, говорит, это я корову не буду продавать, собрал ее, пошел домой. Такая корова, можно самому. Да, такая корова, мне самому нужно. Вот, поэтому то, что для каждого так называемого предпринимателя характерно по его положению, если я произвожу какую-то продукцию для продажи, то что для меня, так сказать, вот, идеал? К чему я стремлюсь? К максимальной доходу, правильно? Mm-hmm. То есть я стремлюсь стать буржуа, правильно? Mm-hmm. Если я мелкий хозяйчик, то, естественно, во что я могу вырасти? Крупного, настоящего хозяина. А кто такой настоящий хозяин? Буржуа. То есть все мои устремления буржуазные. С другой стороны, а что я делаю? Я делаю это лопатой. Или на этих несчастных «Жигулях» помидорчики вот они возят. Там, это все завито, это капуста. С утра до вечера они занимаются. Условий никаких. Если бы это были рабочие, то такого бы не позволили, что у них тут туалета нет, только ведров то в этом самом, в ларьке. И вот они, и вдруг примет какое-нибудь решение администратор, как у нас Валентина Ивановна, раз, и распилили все ларьки, которые ближе, чем 5 метров к остановке. Это для чего нужно было? А потому что уже подросли более крупные хозяйственные организации, которые могут снимать в домах. И надо, чтобы эти не конкурировали, их административным путем убрали. Это что такое? Это использование административного ресурса в экономической конкуренции. Поэтому они, эксплуатируемые, трудящиеся и эксплуатируемые, и мечтающие стать капиталистами. Вот. Официально как называется? Мелкие буржуа. Да. Только не путайте с маленьким буржуем. Вот термин «мелкий буржуа» – это строгое научное название. Если вы будете говорить, вот буржуй, но маленький, если вот я эксплуатирую не 100 человек, а 2 человек. Вот для того, чтобы доказать, что я буржуа, нужно доказать, экономически обосновать, что я получаю главный источник дохода от эксплуатации вашего труда, от присвоения чужого неоплаченного труда. Если у меня 5 работников, но я сам тоже работаю, семья моя работает, допустим, в селе так может быть. И получается так, что мой труд больше, чем труд мой и моей семьи. У меня 8 здоровых сыновей, а 4 работника еще есть. И если мой труд больше, чем труд тех, кого я привлекаю и нанимаю, то я не буржуа. То есть я их-то эксплуатирую, но эксплуатация не является главным источником дохода. Вот мое положение. Поэтому вот люди, которые в этом не разбираются, как опыт моего преподавания показывает, основная масса абсолютно не разбирается. Вот если бы сейчас кто-нибудь решал проблему выяснения, кто в деревне кулак, кто не кулак, людей, которые никакими кулаками не являются, просто он увидит, что у него 3 коровы или 2. Только у меня 2 коровы, но у меня и 10 детей. И у меня здоровые сыновья, которые работают вообще. А эти 4, они нам помогают, потому что нам все это не справится. Мельница еще есть. А вы выяснили, что я, сказать, за счет чего живу? За счет своего труда? То, что все кулаки, скажем, работают, это мы и так знаем. Но решить вопрос, это кулак или не кулак, а кто такой кулак? Это сельские буржуа. Мало ли, что тебе кажется, что он кулак. Он буржуа или он мелкий буржуа, который никак не может выбиться в буржуа. Он даже привлекает работников, а все равно у него главный труд свой основной. Получается, что в период самой известной раскулачивания там проходил далеко не по правилам, получается, нет? Получается. Потому что я говорю, что если бы вас вот, студентам, я говорю, вас вот направить, вы бы сейчас пошли, как там 2 рабочих приехали проводить. А вы вас туда направите, вы отправили бы там полсела. Почему? Я вас весной пригласил помочь мне скопать огород. Я вас нанял, деньги заплатил. Значит, вы у меня работник? Работник. Теперь осенью вы пришли, Михаил Васильевич, вы помогите яблоки убрать. Я вам там яблоками заплачу. Я полез на дерево, собрал, а вы корзину держали, туда сшибал и кидал. Значит так, вот она приходит, вот он как раз, она ведь все знает, она, я чувствую, что она политически очень грамотная. Она приходит и говорит, так, это значит, нанимных работников имела,
меня осенью. Этот наемных работников тоже имел весной. Так, это кулак. Туда их себе в список кулаков. Раскулачиваем. А на самом деле надо различать. Вот может быть более богатый, менее богатый. Но кулак это сельский буржуа. Надо показать, что этот человек живет преимущественно за счет, а в чистом виде, что вот только. Ну, таких вот капиталистов, которые сами не работают, тоже вы много не найдете. Где вы таких видели капиталистов, которых вот рисуют в карикатурах, пузатых таких? Ну, вот посмотрите, Прохоров, что он такой пузатый, миллиардер. То есть это все хорошо там для публицистики, там для шуток, а для серьезного дела надо разбираться. Вот мы же с вами разбираемся как следует, как полагается по науке. По науке получается, но в итоге получается довольно просто. Всего три класса. Буржуазия, рабочий класс, и между ними мелкая буржуазия. И какова судьба мелкой буржуазии? Значит, цель каждого мелкого буржуа, который является мелким хозяином, он для чего начал свое дело? Чтобы стать настоящим буржуа-капиталистом. Поэтому к чему он стремится, нам понятно. Но он союзник всем трудящимся, потому что он всю жизнь на самом деле будет работать. И основная масса мелкого буржуа, какова их судьба? Они разоряются и уходят. Наемные работники. Появляются там новые. Новых зовут, там придет Дмитрий Анатольевич, говорит, давайте мы вам дадим 50 тысяч, начните новое дело свое. Я как-то даже видел такую телепередачу. Одна девушка говорит, я буду цветы разводить на 50 тысяч. Но цветы она, допустим, разведет. Вы, наверное, представляете, кто у нас держит рынок цветов? Куда вы пойдете с этим? Вы вырастили цветы. Куда вы дальше пойдете их продавать? К метро? Ну, будете платить полицейским. Или а куда вы пойдете, цветочные магазины? Все же они заняты. Голландцы везде. Все цветы, которые продаются, в основном голландские. Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Импортозамещение. Леновость поставляет на розочки. И где она это? Куда она это поставляет? В некоторые магазины сетевые иногда, вот перед праздником. А где она их? Ну, назовите, куда? Вот я пришел, я выхожу из метро Пионерская. Я вижу, Оранж, это кто? Оранж не могу сказать, а я могу. Цветочный мир вот такой есть, очень крупный, или цветочный город, что такое. Ну, сколько их? А у Оранж, у каждой станции метро, да сейчас, скажем, в Пионерской, два пункта сразу там и так далее. Ну, это надо сейчас узнать, кстати. Узнайте. Узнайте. Вот у меня один из магистрантов здесь как раз был, он как раз вот работал одновременно и предпринимателем, вот как раз из категории средней, и работником, то есть он и запаковывал эти цветы, и работал на голландскую фирму. А голландские цветы, это не обязательно голландские, они идут через Голландию, в том числе и из Южной Америки, в Москве. Это было, это никто не отрицает, но вот последние тенденции. Тенденция, да, а преимущество пока вот такое. Поэтому вот вы видите, иногда вдруг продают там каким-то праздником, дням, и в сетевых магазинах тоже цветы. Но это уже, так сказать, вот они договариваются, чтобы где-то получить и как-то это перебить. То есть тут есть известная конкуренция появляется. Импортозамещение. Импортозамещение, как показывает анализ по всем отраслям, пока больше... Ну, оно же не может набрать обороты. Не может еще пока набрать обороты, да, и так далее. Поэтому мы должны реально с этим считаться. Но как бы мы ни считались, все равно надо понимать, что в этой области царит конкуренция. Что просто так, ведь, ну вот эта девушка нас произвела цветы, пока куда она? А этот цветочный мир ее пустит? Нет, этот нет. Ну, да, кто это? Ну, куда она выйдет? Вот я сейчас произвел цветы, свежие, сколько им там держать? И тут, пока я туда-сюда хожу, они все завяли, и все, я разорился. Другой там гражданин. Я трех коз куплю на 50 тысяч рублей. Ну, потом, это же за техника нету, никакого опыта нету. Потом, значит, он распланировал, эту козу я выручу, я затраты покрою, эта коза у меня позволит закупить то, что нужно следующее, а это будет прибыль. Потом раз, и все три подохли. И все. И он разорился. И вот результат. И сколько уже денег выброшено на поддержку этого мелкого бизнеса, спрашивается. Люди были за конкуренцию. У нас какой строй? Буржуазный? Ну, надо хоть понять вообще смысл буржуазного строя. Вот если я за буржуазный строй и за развитие буржуазного производства, я должен стремиться к чему? К доходности больше, к эффективности, да? Но если они неэффективны, если их побили, зачем их поддерживать? Вот у нас с вами честная конкуренция. Я плохо работаю, вы хорошо работаете. Вы творчески к этому подходите, и вы, значит, начали меня обгонять.
Нет, государство меня поддерживает. Дает мне деньги, чтобы я у вас висел на ногах. Зачем? С какой стати надо поддерживать мелкого производителя? Ну, мы уже пришли к тому, что у нас не было вообще производства в России практически никакого. Как это не было? Такого не было, так чтобы у нас не было. Такое даже и говорить нельзя, тем более на экзамене не скажите. Нет, в сельском хозяйстве и так далее, но в таких отраслях. Ну, как не было производства? Ну, что у нас? Практически на полках магазинов все импортное было. Где? В городе Ленинграде? Ну, кто? Это вот здесь, потому что здесь вот берег Балтийского моря. Ну что вы, кто? Возьмите вы какую-нибудь Пензу. Что в Пензе прямо вот все там все импорт? Там распространены крупные торговые вот эти. Ну, распространены. Естественно, на их полках там импортные товары. Да. Другое дело, мелкие магазины, но это уже, они же не конкурентоспособны практически. Но мы знаем, что у нас производство было и никогда не кончалось. Нет, не то, что кончалось совсем, но львиная доля, так скажем. Я могу вам, конечно, в подтверждение того, что вы говорите, сказать, что вот в 90-м году у нас было 20 миллионов голов крупного рогатого скота, а сейчас 9. Но все равно у нас 9 миллионов. Если бы у нас сейчас было 0, то никакого импортозамещения, о чем вообще тогда говорить? Ничего нет. Хотя... Вот сейчас, вот там племенной скот и так далее, и все, вплоть до того, что кур, мы, так сказать, яйца мы должны закупать для того, чтобы выращивать кур. А своих, так сказать, вот таких соответствующих пород мы не имеем. То есть до того, так сказать, дело дошло, что семенной материал отсутствует. А семена, лук, чей у нас? Голландский. Почти весь. И он еще обладает таким свойством, он, видимо, облущенный, что вы, если его посадите, не будет расти стрелка из него. Раньше, вот скажем, лук лежит весной, и вот он все это зеленый, а сейчас он лежит-лежит, и лежит. То есть это же борьба конкурентная определенная. Голландцы этот рынок захватили. Цветов, лук и так далее. Семенной материал. Но если мы находимся на буржуазной, так сказать, такой стихии рынка, так мы должны на это смотреть как на совершенно вот реальную вещь и понимать, как действуют законы этой вот рыночной конкурентной борьбы. Короче говоря, судьба этого мелкого буржуа такова, что 90% этих мелких буржуа осядут, упадут в наемные работники. А не более 10%, это очень оптимистичная цифра, могут превратиться в буржуа. Да и то такие, значит, какие сейчас буржуа. Ну, одних, так сказать, вот представьте себе сетевой магазин. Что такое вот магазин «Магнит»? Где они? Откуда они взялись? Вы не читали, чья это фирма? Это же вот эти ритейл-группы огромные. Нет, это Краснодар. Магнит. Это самый крупный ритейлер, который есть в России, это Магнит. И вот он уже здесь, вот в Разливе, можете увидеть здесь, можете увидеть в разных местах. Уже здесь и написано там, такой-то и город Краснодар. Самый крупный. У нас их очень много. Магнит. Ну а если рассматривать... тем же ритейл-групп, у них же несколько вот этих сетевых направлений там. Направлений много, а собственники одни. Собственники одни. Вот и все. Какая разница, какие у меня направления? Важно, какие деньги я за это получу. Правильно? Я же деньги хочу получить. Ну и все. Моя задача, если я капиталист, в чем моя задача? Обогащение. Правильно? Что такое капитал? Это самовозрастающая стоимость. Вот сейчас смотрите, вот люди начинают развивать, вроде бы как взяли предприятие, и оно умирает у них. То есть это противоречит даже смыслу капиталистического производства. Капитал – это самовозрастающая стоимость, а тут самоубывающая, саморазрушающаяся. То есть почему? Потому что нынешние новые буржуа, они появляются из людей, которые не инженерами не были, не организаторами производства. Вот как к ним попали эти деньги, они пытаются их что-то из них сотворить. А никаких у них светлых идей нет, и думают, что если я вот зарегистрирую ООО, никакой нет проблемы. А что дальше будет? А дальше будете вы налоги просто платить регулярно и кормить соответствующие арау чиновников. Так что вот еще один класс, третий класс мелких буржуа, очень интересный. И вся картина нашей жизни с точки зрения анатомии экономической упростилась. Еще мы на поверхность политической не вышли, мы имеем три класса. Значит, сколько у нас партий существует? Тем самым, три вида партий. Одни партии выражают интересы класса буржуазии, их мы можем назвать сразу. Единая Россия – раз,
«Справедливая Россия 2» и «ЛДПР 3». Я вот имел отношение к организации выборов в свое время в Нижнем Новгороде. Ну и там приходили люди с участков, агитаторы, ну и рассказывали, что бандиты все в ЛДПР. Ну бандиты тоже должны, они же тоже влиятельные, их тоже надо куда-то приобщать. Их голоса же тоже нужны, все эти, вот, их много. Поэтому и дураки какие-нибудь, и дураков-то тоже нужно как-то политически организовывать, чтобы они правильно голосовали. Правильно? Ну, политика – это такое дело, надо же так подсуетиться. Короче говоря, ну если, скажем, для американской системы, там две партии основных. Это республиканская и демократическая. Какая партия во время войны «Север против Юга», гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, во время войны за освобождение от рабства? Какая партия была партией рабовладельцев, а какая партия против рабовладения? Вот что вам говорит ваше общение с литературой, с радио, с телевидением? Они были на стороне отмены, да. Демократы на стороне. Да, да. И вот вам ирония, так сказать, истории. Посмотрите, вы вот Обама, у него черты, так сказать, проступают негритянские, хотя это он не от тех негров, он все-таки от более поздних. Но демократическая партия считается у нас как бы более левой, хотя это партия рабовладельцев. Партия, которая, исторически, которая была за сохранение рабов, а республиканцы за освобождение. А их все рисуют, вот они такие злобные, такие нехорошие, а это такие хорошие и добрые. И вот эти хорошие и добрые уничтожили Ирак, уничтожили Югославию, уничтожили Ливию. И сейчас говорят, что-то только побежали эти самые беженцы. Давайте вот будем на вас бомбы кидать и посмотрим, будете вы сидеть или побежите куда-нибудь. Как вы думаете, вы пойдете? Ну кто это все организовал? Спрашиваю, ну кто? Ну неужели люди будут вот бросаться в Средиземное море на каких-то скорлупках, плыть там, вы видели какие фотографии там, на этой лодке, ну, в 4 раза больше, чем вообще можно на ней поместить. Они гибнут просто десятками и сотнями, только перебираясь через Средиземное море до Греции и до Италии. А дальше они бегут, сломя голову, в том числе бегут и молодые люди, потому что они убегают, иначе их похватают, кого убьют, кого заставят убивать. Ну, в Ливии нет же никакого правительства, никакого государства нет. Бывает государство феодальное, бывает государство буржуазное, бывает социалистическое. Там вообще разрушено государство, нет никакого, так сказать, порядка. И нет никакой жизни нормальной, то есть любого человека в любой момент могут убить, хаос. Люди бегут оттуда. Куда бежать? Ну, туда, где говорят, где работу можно найти. А где можно работу найти? Ну, где принимает гастарбайтер? Вот где принимает гастарбайтер? В Европе. Туда и бегут. Кто организовал? А Европа не участвовала. Италия предоставляла для бомбежек, предоставляла той же самой Ливии территорию. Там базировались самолеты и делали самолеты-вылеты. Соединенные Штаты это все организовывали. Канада, там, эти другие страны, Франция активно участвовала. Теперь они удивляются, нам бегут беженцы. Они считают себя косвенно причастны ко всему, так сказать. Они-то считают, но мы-то знаем, что они это организовали, это их дело. Неужели? Вот вы что, так вот ни с того ни с сего сниметесь и побежите куда-то в другую страну, где вас никто не ждет? Где вообще стоят с этими, с оружием, стоят на границе? Ну. Поэтому вот такая получается с этим история. И вот эти три, там две партии. Ну, сегодня вы за это голосовали, завтра можете за другую, если вам надоело. А какой класс у власти остается? Класс какой у власти остается? Буржуазный. Ну, какая разница, какая? Ну, какая-то нюансы есть, правда? Значит, если больше собрали, значит, фонд Обамы, значит, Обама победит. Если больше Маккейна бы собрали, Маккейн бы победил. Ну вот там буржуазия, когда она вот, надвигается выборы, она там же нет такой же, вот, такого членства в партии. Ну, вы там туда можете записаться, сюда на время выборов. Собрали больше денег, ну, выиграл тот. Ну, как это вот выглядит на нашей практике? Вот мы с вами два кандидата. Так, у меня есть деньги, у вас нет. Значит, вы не участвовали никогда в выборах, нет? Ну, я был кандидатом и в народные депутаты СССР, и в Государственную Думу. Я могу сказать так, вот мои будут висеть портреты, большие, цветные,
Вот видите, там потолок. Так, значит, а вам, вы у меня будете в группе, значит, платить вам. Сколько сейчас получаете? Что получаете? Деньги? Денег. Работу? Ну, 30, да, 60 буду вам платить. Значит, ваша задача одна. Вот как вы видите ее портрет денег? Раз. Или сорвать, или перечеркнуть. Или сказать нет. Ну и что-нибудь еще там. Дальше я уже не буду говорить, вы должны творчество. Посмотрите, 60 тысяч, да. Во всяком случае, чтобы этих процессов я не видел. Больше ничего от вас не требуется. А она, значит, смотрит, какой я хороший, думает, как бы это его сорвать. А у вас эти есть эти стремянки? А люди у вас есть? Нету. Ну кто выиграет? Мы, конечно, выиграем. Вот мы должны понимать, что эта политика, она делается очень тоже просто экономическими вещами. И мы знаем, что вот если вы говорите о выборах там в Думу, ну, надо 1,3 миллиона долларов иметь, чтобы пройти туда. А чтобы участвовать в выборах, ну, вы участвуете, пожалуйста. Участвуйте, только никуда вы особенно не пройдете. А если вы хотите в законодательное собрание Санкт-Петербурга, здесь больше ставка. Почему? Каждый депутат может распределять в соответствии с поправкой 2 миллиарда рублей. Распределять. Ну, не в карман, а какие-то фирмы. Ну, а фирмы должны думать. Я могу вам дать? Могу вам дать. Вашей фирме заказ? Могу вашей. А уж вы думайте. И думают же люди. У них две, а у нас же Россия, у нас Змей Горыныч, три головы должно быть. Обязательно. Три ведь. Почему две? Три должно быть. У нас три есть. Вы видели, чтобы как, по какому-нибудь серьезному вопросу столкнулись бы в Думе и воевали эти три партии? Да никогда. Правильно? Никогда. Теперь, скажем, вот есть ли в Думе партия рабочего класса представлена? Да. Какая? Рабочая. Партия рабочего класса. Какая партия рабочего класса там представлена? Значит, рабочие есть там в Думе только от Единой России, я вам докладываю. Есть несколько человек из рабочих, которые по списку Единой России прошли. А вот по списку КПРФ нет ни одного. А КПРФ какого класса партия, как вы думаете? Ну, по идее или в реальности? Конечно, в реальности. Мы с вами чем занимаемся? Мы с вами занимаемся реальным анализом, как конфликтологи. А? Да нет, мелкой буржуазии. Мелкой буржуазии, да. Под это она вполне подпадает. То есть она за трудящихся? Ну да. Она и за мелкий бизнес. Угу. Так? Ну да. Если я за мелкий бизнес, вот я за вас, а вы мелкий бизнес. Ну, наверное, надо понимать, что если я за мелкий, то мелкий вырастет в какой бизнес? Ну, в перспективе. Так. Вы же не... Ну как, если я за мелкий бизнес, если вы начнете развиваться, это что, я скажу, нет, хватит уже, вот так, оставайтесь мелким. Остановитесь. Ну так же не бывает. Угу. То есть она вот в чистом виде. Это не значит, что... То есть это ничего плохого я не говорю. Вот, например, я знаю, что из всех партий, которые были в Думе, мы продвигали проект Трудового кодекса России, фонда «Рабочее время». Я один из разработчиков. У нас два человека было, которые сделали основной текст. Федотов Константин Васильевич, начальник консалтинга правового отдела морского порта Санкт-Петербурга, и я. Ну и там присоединились депутат Шейн, потом... в Лиане и так далее. И встал вопрос о том, как голосовать. А голосовать КПРФ не хотела ни за какой проект. Ни за правительственный. Правительственный вообще сгорел. Ни за проект Слизки, и за наш не хотела. Фонда рабочей академии. И вот за месяц до голосования проходит съезд профсоюзов в Москве. Там товарищ Серегин, представитель КПРФ, секретарь по рабочему движению. Он говорит, мы не будем никакой поддерживать, мы будем отдельные поправки к экзоту. И вот наступает день голосования. А им куда деваться-то, партии КПРФ? Тот, который выдвигает партию работодателей, ну это им прогореть как политической партии вообще. Поэтому они думали-думали и проголосовали все как один за наш проект. И за наш проект проголосовало 189 человек депутатов Государственной Думы. По той простой причине, что
Ну, никакого другого варианта благоприятного не было с точки зрения того, с точки зрения сохранения своего, так сказать, имиджа. Иначе бы в следующий раз голосовать никто бы за КПРФ не пошел. А Жириновский проходил через группу митингующих у Думы, и ему какая-то бабушка там древком по голове дала, и он после этого воздержался при голосовании. Один депутат от «Единой России» тоже за этот проект проголосовал. Короче говоря, довольно забавно. То есть, чтобы он прошел, надо было 220 голосов или 222. А он, мы получили 189, то есть достаточно много. Вот. Так что, я думаю, что вы правильно квалифицировали КПРФ как мелкобуржуазное. Это не ругательство мелкобуржуазное. Мелкобуржуазное, ну, как партия трудящих. Это трудящие же мелкобуржуазные. Крестьяне, это же вот эсеры, это какая партия? Эсеры. Вот как называлась эта большевистская партия? Она как-то называлась непонятно. Социал-демократическая рабочая партия России. Так. А эсеры – это социалисты-революционеры. Чувствуете, как красиво, как называть? Социалисты-революционеры. Двойная. И революционеры, и социалисты. И большевики взяли эсеровскую программу, реализовали. Они правильно сделали, что взяли? Ну, если вы хотите привлечь крестьян. Ну, крестьяне идут за эсерами. Ну, как вы-то еще драться с этими эсерами? Ну, взяли их программу. С пониманием относились к этому большевики, что если вы возьмете программу, вы привлечете на свою сторону крестьян. Потому что они за то, чтобы разделить землю. Земля святая, она государственная, надо разделить по едокам. И это не против программы большевистской, но тут никакой коллективизации нету, тут только отнять и разделить. Вот то, что приписывают большевикам, отнять и разделить. У большевиков ведь программа другая. Отнять и соединить. Правильно? Ну, поскольку речь идет об общественной собственности. А отнять и разделить это у эсеров. И большевики говорили, ну, потом это все равно придет к тому, что придется соединять. Что происходило в конце 20-х годов, когда стали образовывать колхозы, коллективизации. Но это была революция в деревне. И как и со всеми издержками всякой революции. Тем более, что вот поехали люди, не зная, кто кулак, кто бедняк. Кто такой батрак, вы знаете? Не знаете, магистрант? Я не в порядке обвинения в ограде. Я просто хочу сказать, вот картина жизни. Угу. То есть мы должны эти вещи знать. А у нас люди разбираются, что-то говорят о какой-то политике. Но у нас какой-то должен быть уровень, если мы закончили там, Санкт-Петербургский государственный университет. Батрак – это сельскохозяйственный рабочий. Кулак – это сельскохозяйственный буржуа. Середняк – это обычный мелкий буржуа. Не батрак и не кулак. Вот и все. Все очень просто. Ну вот есть свои особенности там, есть, а и полупролетарий. Ну, у кого есть земля, но он с этой земли не прокормится. Он должен пойти и продавать свою рабочую силу. Ну и еще кое-что прихватить он может, потому что он что-то может еще произвести и продать. Вот и все. Посмотрите, как мы упростили всю политическую картину мира. Что нам эти 70 партий? Вот три. Ну, если что-то, какая-то одна сгорит, как вы понимаете, из этой запасной коробки, вытащена будет еще там одна или две партии, и будет все хорошо. У нас же был наш Дом России. Ну, помните, Чернобырдина вот так, да, он все ходил, домик показывал. Угу. Нету наш Дома России? Есть. Вот та же самая Иванова, о которой я говорил, моя дипломница, она сначала была кандидатом от РКРП, потом, смотрю, она уже в Отечестве. Помните, было наш Дом России и Отечество. Две партии. Они слились. Угу. Она так попала в этот «Наш Дом России». А потом ликвидировали это все Отечество и «Наш Дом России» и сделали «Единую Россию». А оказалось, она в противоположной партии. Но главное, что она каждый раз продвигалась все выше и выше. В чем, собственно говоря, вот мелкобуржуазные стремления, которые говорят о мелкобуржуазных стремлениях? А в том, чтобы выбиться вот в люди, так, карьеру хорошую сделать. Вроде тут ничего и плохого нет. Хотя что для вас цель, так сказать, сама карьера, сам процесс выдвижения или то, что вы сделаете на этом посту? Если вы будете это продвигаетесь, понятно, если вы что-то решаете, крупные задачи, то вы и продвигаетесь. Но если вы продвигаетесь, то не факт, что вы будете решать. Вот Горбачев продвигал, и все, и сам сгорел, и страну все разорил. Поэтому вообще просто продвижение вверх, это, в общем, такая примитивная цель. Она ни к чему не приводит. Она даже опасная для страны, для государства, для любого класса опасная. Даже карьеристы, скажем, буржуазии нужны? Не нужны. Ей нужны, чтобы люди, которые осуществляли интересы класса. Поэтому буржуазия наша российская с теми представителями класса, которые класс позорит, расправляется? Расправляется.
Вы поймали этого самого губернатора Сахалина? Да. Арестовали. Ну, человек такой, что сделал? Ну, миллиард всего взял. Ну, он же сколько денег привел на Сахалин. Это же очень... Никто не возражал из сахалинских представителей буржуазии. Вам деньги нужны? Представьте, что вы на Сахалине живете. Вам сколько денег надо? Миллион? Миллиард? Да хоть сколько. Сколько есть. Ну, как сколько есть? Ну, вот, все, с вами не разговариваю, у вас нет жилки. Вам сколько денег надо? Чем больше, тем лучше. Ну, это тоже не конкретный разговор. Так. Там ищу. Вот человек приходит и говорит, мне нужен миллиард. Так, договариваемся. Вам, я вам даю миллиард. Туда это значит, вы построите то-то, то-то, то-то. Будете делать. А, и, соответственно, у вас будет прибыль. Все это включается туда. В этот миллиард включается ваша прибыль. Значит так, я сейчас еду в Москву к Дмитрию Анатольевичу. Привезу вам 2 миллиарда. Вы миллиард просили? Это вам. А второй отдаете мне. Понятно? И чтобы наличными были, что я буду там перечислениями заниматься. Вот принесете мне, на ковер положите. Не видели картину, когда его убрали, так, на ковре лежат миллиард наличных. А этот деятель из Карелии, губернатор Карелии, он договорился, что так, мы с вами, значит, у вас предприятие, у меня предприятие, у вас предприятие, оно будет государственное, но с участием вашим. И моим. Вот мы будем из государственного бюджета нашего областного туда направлять денежки. Потом эти денежки мы отправляем в офшоры, на наши счета. Я могу счет открыть? И это удивительно, что я обогащаюсь для буржуазного общества? Это не удивительно. Это даже не странно. Это как-то... То есть, как бы вы настаиваете на то, что я не так должен обогащаться, а вот так. Но, в принципе-то, я все равно вот основную цель это выполняю. Чем мне лучше, тем всем лучше. Главный принцип какой? Чем я богаче, тем и лучше, тем я авторитетнее. Ну вот его на излете подстрелили, потому что, так сказать, это не понравилось классу в целом. Давай, говорит, ты что-то делай, но не так же уж так, чтобы позорить весь класс в целом России. Ну что это такое? Взяли, денег у нас море, и все утекают куда-то в офшоры. Тут надо кого-то напугать? Как было дело с Ходорковским? Собирают Владимир Владимирович? Ну это полушутка, но это шутка близко к действительности. Такой был рассказ в интернете. Собирает олигархов. Ну вот, говорит, господа олигархи, вы понимаете, что за такое короткое время нельзя нажить миллиард честным путем. Понимаете? Вы понимаете? Понимаете. Вот это надо понять. Вот, товарищ губернатор Чукотки Абрамович. Он не лезет в политику, он понимает, что он, как он получил, знает, как он получил, не изображает из себя политика. И пусть он там и хозяйствует. А вот Ходорковский сейчас шьет варежку. Политику хотел, он же давал деньги разным партиям, в том числе противоположным, по принципу, какая-то пройдет, у меня и по вашей линии будут депутаты, и по вашей линии депутаты, а я буду там регулировать. Но его не за это, конечно. Как официально-то? Его за фактические нарушения, там большие очень нарушения были. Я читал обвинительное заключение прокуратуры. Такие жульнические операции там они делали. Вроде того, как мы вот у вас инвалидный дом, а вы, так сказать, должны мне 3 миллиарда в бюджет. А вы раз с ними и слились, и под шапкой вашего инвалидного дома. Теперь вы мне уже не должны 3 миллиарда. Но это мошенничество, то есть это под категорию мошенничества подходит. Его по этой категории и взяли. Так вот, товарищ Ходорковский шьет правую варежку под читой. Так, есть желающие шить левую варежку? Нету. На этом нашу встречу считаю законченной. Что тут непонятно? Вот, так сказать, то есть этот класс буржуазии, он же тоже должен как-то свои интересы блюсти, потому что ему противостоит другой класс. Завтра не будут голосовать за это. И сказать, это одни жулики. Ходил товарищ Миронов и все время кричал, жулики и воры, жулики. А кто конкретно жулики и воры? Ни к одному фамилию не назвал. Он что, не знает? Долой партию жуликов и воров. Какую партию? Он нигде не писал, что вот Единая Россия – это партия жуликов. Давайте. И набрал себе голосов много. Ну, с одной стороны, бы оппозиция, а с другой стороны, если вдруг сгорит, ну, он будет делать то же самое, что делает Единая Россия. Если вдруг волна пойдет, то вот вырастет
Справедливая Россия больше получит, а Единая Россия меньше получит. Ну, а какая разница? Да, вот. То есть, короче говоря, тут все это можно комбинировать, но главное, власть-то ведь у кого должна быть? Не у партии, а власть должна быть у класса. А у класса она остается. Вот и все. То есть мы вот таким путем, что такое так называемый классовый подход? Это обычный научный прием, который классифицирует действия по каким-то вот важнейшим признакам и позволяет крупные ответы на крупные вопросы давать. Но более мелкие, конечно, для этого надо разбираться там, и в конкретных программах, и в конкретных кандидатах и так далее. Но прежде чем разбираться в подробностях, надо разбираться сначала в принципиальном, в крупном основном. Вот мы в принципиальном, крупном основном с вами в принципе разобрались. Правильно? Значит, естественно, что если классы противоположные, интересы противоположные, значит, они могут существовать без борьбы, эти классы? Нет. Если у нас, вот именно в силу единства, если я вот туда пошел, а вы туда, и мы с вами никак не касаемся, то можно. Но если мы с вами находимся в одной экономике, и если я, скажем, представляю класс капиталистов, а вы класс рабочих, то, извините, мы только вот на предприятиях вместе только и сосуществуем. Значит, раз мы вместе сосуществуем, значит, а интересы нас и противоположны, значит, на этой почве неизбежна борьба. Какая? Борьба классов, то есть классовая борьба. А можно такую ремарку? Можно. Просто ваше мнение интересно. Один из преподавателей нашей кафедры утверждает, что как раз борьба рождается не из противоположных интересов, а из одинаковых интересов. У вас и у меня, у нас одинаковые интересы, но либо я могу это получить, либо вы можете это получить. Поэтому борьба. Значит, этот ваш, будем считать, что это не преподаватель, это в вашем изложении. Но это мы про него не знаем, потому что если либо я, либо вы, значит, наши интересы противоположны. Но вот мы с вами, вот они рождаются, да и никакой же общий, и вы, или вы это получите, или я. Значит, у нас интересы противоположны. Но интерес один получить. Это нет, интересы разные. Или вы получите. У вас интерес получить, и у меня интерес, у нас противоположные интересы. Одно и то же. Либо вы получите, либо я. Значит, интересы прямо противоположны. Вот если бы две штуки были, я бы свое получил, а вы бы свое. А у нас один телефон, либо я, вот я сейчас утаскиваю, и вы будете доказывать, что у нас один интерес, все, до свидания, все, последний раз. Интерес, да, потому что я хочу вот его и выходить. Да то, что вы хотите, никого это не волнует. Вам выгодно его удержать, а мне выгодно его забрать. У нас интересы противоположны. С моей стороны, то же самое, мне выгодно. Да не то же самое. А вам выгодно. Потому что я и вы – это разные субъекты. Как же то же самое? Либо я получу, либо вы. Ну, здесь философское, наверное. Может. Да ничего тут философского нет. Либо я, либо вы. То есть, вот только так и выглядит противоположность, когда есть некое единство. То есть, либо я получу, либо вы. Угу. Так же и с трудом. Либо в вашу сторону передвинется планка. Либо в мою сторону. Если, скажем, сейчас за 2 часа я свою зарплату вырабатываю, а дальше вы получаете 6 часов моего труда. Mm-hmm. Либо за 3 часа я вырабатываю, то есть мне повысили зарплату. Я передвигаю планку. А предмет, единство противоположности состоит в том, что предмет всегда один. Если у нас не будет единства противоположности, не будет этого одного, не будет противоположности. Это я вам это уже сегодня говорил. Наличие противоположности означает, есть какой-то один предмет, за который идет борьба. Если у вас идет борьба за обладание каким-то предметом, это и есть это свидетельство противоположности в чистом виде. А люди понимают противоположность, как разносят как бы это совсем. Надо не только разносить, но и соединять. Противоречие – это единство и борьба противоположности. Так и называется – единство. С этого слова начинается вообще определение противоречия. Единство и борьба противоположности. А конфликт – это обострившиеся противоречия. Вот пока вы не найдете того единого, за что идет драка, за что идет борьба, еще вы не поняли противоположности. Поэтому вот если говорить вот в каждой точке зрения, в точке зрения того преподавателя, которого вы пока не называете, mm-hmm. есть что-то позитивное. Позитивное есть в том, что он акцентирует внимание на вот этом единстве. Mm-hmm. И это правильно. А Гегель акцентирует внимание на том, что две правильности вместе взятые дают истину. Mm-hmm. А если вы только одну правильность, вторую правильность, то истина не получится mm-hmm. по отдельности. Их только надо взять вместе в единстве. Поэтому классы не могут не бороться между собой экономически. Экономическая основа есть, то есть временно она то затухает, то обостряется, то расширяется, то сужается.
Но люди не могут не бороться за свои экономические интересы. А если общее поле, вот если у нас общее поле, или я на этом поле больше забираю, или вы, тогда у нас все время идет борьба. А если у нас вообще разные поля, мы с вами не соприкасаемся, если у нас нет ничего общего, то у нас не может быть и противоположности. Вы на планете Марса, я на планете Юпитер. И пока они никак между собой не взаимодействуют, у нас никаких не может быть противоположностей. То есть это просто говорит о том, что человек должен сначала, прежде чем говорить о борьбе классов, он должен правильно понимать, как устроено противоречие. Оно обязательно есть единство, борьба противоположностей. Ну что, на этом, я думаю, можно закончить. Вам спасибо большое. Спасибо. За внимание. Я чувствую, что вполне вы в этом, так сказать, так, по ходу дела разбираетесь. Одни производят, другие пользуются. Вот и противоречие. А может быть, одни производят, и другие производят. Ну, а кому больше пользуются, мере, а кому пользуются, еще дерутся. Кто-то забирает больше, да. А кто-то работает на него. Получается. Работайте, хорошо. Вы работаете, а я буду забирать. То есть мы должны вот представлять разные типы, ну и в этом смысле как бы ставить себя на место. И того, и другого. Если вы конфликтолог, вы должны побывать в этой шкуре, и в той шкуре, и в средней шкуре. И видеть вот этот соглашатель, он, вот этот представитель мелкого буржуа. Она такая довольно жалкая позиция. Почему? Потому что тот, кто ходит по баррикаде, в него или стреляют, если обостряются, или плюют с той и с другой стороны. Поэтому это никогда ему хорошего не достается. Поэтому и Маркс говорил, что истина не лежит посередине, она всегда на краю на каком-то. Спасибо большое. Пожалуйста, успехов.